Добрый день, друзья! С вами Light Yoga. Сегодня я покажу вам утренний комплекс для того, чтобы пробудить ваше тело, поднять ваше настроение и зарядиться энергией на весь день. Начинаем мы с разминки. Делаем глубокий вдох и поднимаем руки вверх. Ладони соединили над головой, сразу же выдох. Руки опускаются. Руки опустились, сразу же вдох. И выдыхаем во время того, как руки наши опускаются. Как только руки поднимаются, мы делаем вдох. Сейчас мы синхронизируем движение тела и дыхание, левую и правую часть нашего тела. Ум у нас концентрируется. Мы настраиваем дыхание на практику. Нервная система успокаивается, дыхание замедляется. Теперь мы поднимаем руки вместе, делаем небольшой прогиб назад в грудном отделе и опускаем руки. Точно так же мы делаем вдох. Во время того, как руки поднимаются, мы вдыхаем. Дошли до крайней точки, руки опускаются. И вдох. Выдох, руки опускаются, вдох, без задержек, да? Вдох сразу же переходит в выдох, выдох сразу же переходит во вдох. И последний раз вдох, выдох, руки опустились. Теперь руки у нас идут в стороны, разворачиваем ладони вверх и подбородком тянемся вверх, делаем вдох, на выдохе опускаем руки, опускаем голову. Продолжаем. Одна рука в одну сторону тянется, другая в другую, грудная клетка раскрывается. На выдохе возвращаем руки. Вдох, выдох. Дышим все время через нос. Теперь мы сгибаем руки в локтях и делаем вдох, раскрываем грудную клетку, подбородком тянемся вверх, выдох, возвращаемся. Сразу же вдох, без задержек. Лопатки соединяются за спиной. Выдох. Возвращаемся. Голову опускаем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Грудная клетка раскрывается. Мы тянем горло, пищевод. Продолжаем настраиваться на практику. И приступаем к верхним асанам. Вирабхадрасана 2. Разворачиваем правую ступню вперед, смотрим вперед в сторону правой руки и сгибаем правую ногу в колени. Опускаемся вниз. Следите, чтобы колено у вас было на одной линии с пяткой. Вес тела распределяйте между ногами. Одна рука в одну сторону тянется, другая в другую. Грудная клетка раскрывается. Дыхание глубокое. Дыхание не меняется, как в разминке. И мы переходим к триконасане. Опускаем правую руку вниз. Левой рукой вытягиваемся вверх, смотрим наверх и скользим правой рукой по ноге. Продолжаем смотреть наверх. Следите, чтобы корпус у вас вперед не уходил. Ноги не сгибаем. Ноги остаются прямыми.
Делаем вдох. Приподнимаемся, будто вас за руку кто-то вытягивает наверх. Возвращаем руки в исходное положение. Разворачиваемся к правой ноге. Двумя руками тянемся вверх. Ладони друг напротив друга смотрят. И изгибаем правую ногу в колени. Опускаемся вниз. Тазобедренный раскрывается. Левая нога остается прямой. Ступня прижата к полу. Смотрим перед собой. Приподнимаемся. Выпрямляем ногу и опускаемся вниз. Левую руку мы кладем на правую ногу. Правую руку мы поднимаем вверх. Паривритта Триконасана. Более сложный вариант. Мы опускаем левую руку ниже. Ставим ее на пол. Правую вытягиваем вверх. Продолжаем смотреть наверх. Ноги остаются прямыми. Если комфортно, вы можете левую руку поставить за правой ногой. Правую руку продолжаем вытягивать вверх. И плавно приподнимаемся. Разворачиваемся в исходную позицию. Разворачиваем левую ступню вперед, сгибаем левую ногу в колени. Смотрим в сторону левой руки. Вирабхадрасана 2. Вес тела распределяйте между ногами. У нас укрепляются мышцы ног, укрепляются мышцы рук. Следите, чтобы руки были на одной линии с плечами. Выпрямляем левую ногу. Левой рукой тянемся вперед, опускаем ее вниз. Правой вытягиваем вверх и скользим левой рукой по ноге. Смотрим наверх. Когда вы смотрите наверх, вы балансируете ваше тело. Вы почувствуете легкое пошатывание. Продолжаем смотреть наверх. Приподнимаемся, рукой вытягиваемся вверх. Разводим руки в стороны, разворачиваемся к левой ноге, поднимаем руки вверх и изгибаем левую ногу в колени. Правая нога остается прямой. Ступня прижата к полу. Смотрим перед собой. Выпрямляем левую ногу. Наклоняемся с прямой спиной вперед и опускаем правую руку вниз. Вы можете положить ее на ногу, либо на пол, либо за левой ногой. Продолжаем смотреть. Продолжаем смотреть наверх. Приподнимаемся. Возвращаемся в исходную позицию. Соединяем ноги вместе, ладони на груди и разворачиваемся к краю коврика. Ноги вместе, ступни вместе, пальцы ног вместе. Ладони на груди, вытягиваем руки вверх, приветствие солнцу. Опускаемся вниз, ноги остаются прямыми. Смотрим перед собой, делаем вдох. Отшагиваем назад, ноги на ширине плеч. Опускаемся вниз, острые локти назад смотрят. Выдох, вдох, собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз. Таз тянем вверх. Шагаем вперед. Ноги ставим вместе. Ноги прямые. Смотрим перед собой, вдох. На выдохе уходим вниз. На вдохе вытягиваемся вверх. Сразу же выдох. Опускаемся. Смотрим перед собой. Вдох. Шагаем назад. Выдох. Ложимся. Собака мордой вверх. Вдох. Собака мордой вниз. Выдох. Шагаем вперед. Ноги вместе. Смотрим перед собой. Вдох. Выдох. Опускаемся вниз. И на вдохе вытягиваемся вверх. Выдох. Опускаемся. Вдох. Шагаем назад. Выдох. Собака мордой вверх. Вдох. Собака мордой вниз. Выдох. Шагаем вперед. Ноги вместе. Вдох. Выдох. Опускаемся. На вдохе вытягиваемся вверх.
Выдох. Вниз. Смотрим перед собой. Вдох. Шагаем назад. Выдох. Собака мордой вверх. Вдох. Собака мордой вниз. Выдох. Шагаем вперед. Ноги прямые. На выдохе опускаемся вниз. На вдохе вытягиваемся вверх руками. И последний круг. Выдох. Смотрим перед собой. Вдох. Шагаем назад. Выдох. Собака мордой вверх. Вдох. Собака мордой вниз. Выдох. И правой ногой мы шагаем вперед. Теперь заводим руки вовнутрь за правую ногу. Смотрим перед собой. Опускаем левую ногу на колено. Сгибаем руки. Опускаемся вниз. Мы раскрываем тазобедренный сустав. Следите, чтобы колено правой ноги у вас было на линии с пяткой. Либо ступня правой ноги немного выходит за колено. Расслабляйте тазобедренный сустав. Он у вас уходит вниз. Теперь мы приподнимаем колено левой ноги. Добавляем напряжение в левую ногу. Мышцы левой ноги укрепляются. Плавно приподнимаемся, правую ступню ставим в центр, между рук. Левую ногу ставим на внешнюю сторону ступни. Пальцы ноги назад смотрят. И приподнимаем колено левой ноги. Если комфортно, приподнимайтесь. Ладони вместе на груди. Смотрим перед собой. Опускаем левую ногу на колено, руками вытягиваемся вверх. Смотрим перед собой. Тазобедренный по-прежнему раскрывается. Мы немного уходим вниз, колено правой ноги чуть-чуть вперед. Наблюдайте за тем, как тело балансируется. И на выдохе руки опускаем вперед. Отталкиваем руками себя назад, выпрямляем правую ногу, носок правой ноги вверх тянем, опускаемся вниз на правую ногу. Следите, чтобы вы не садились на левую ногу. Коленом мы упираемся в коврик левой ноги. Мы воздействуем на колено и тянули правую ногу сейчас. Сгибаем правую ногу. Ставим левую на пальцы, выпрямляем левую, и правой ногой мы шагаем за левую ногу, левую руку. Отталкиваемся руками назад, стараемся поставить левую ногу на ступню и правую ногу прижать к полу. Руками выталкиваем себя назад. Сгибаем правую ногу, колено уходит между рук. Опускаем таз вниз. И обратно выпрямляем. Вдох. На выдохе опускаем правую ногу перед собой. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Разрабатываем тазобедренный для того, чтобы попозже посидеть в Раджа Капатасане. Раджа Капатасане. Мы вытягиваем макушку головы вверх. Следите, чтобы у вас... Если вам комфортно, вы можете прижать к себе пятку правой ноги. Макушкой головы мы тянемся вверх, смотрим перед собой. Руками выталкиваем себя вверх. Ноги расслабляем сейчас. И на выдохе плавно опускаемся вниз. Прижимаемся корпусом к правой ноге. Руки вы можете как угодно положить, либо под голову. Да, главное расслабить полностью руки, расслабить полностью ноги, как в шавасане. Мы полностью расслабляемся. Наблюдаем за тем, как тазобедренный раскрывается сам по себе, без нашего участия. Ладонями упираемся в коврик.
приподнимаемся, прижимаем к себе правую ногу, приподнимаем левую, захватываем ее левой рукой и расслабленную левую ногу мы опускаем вниз перед собой, не за спину, а перед собой опускаем. Левая нога расслаблена. Очень сильно воздействуем на колено левой ноги сейчас. Смотрим перед собой. Отпускаем левую ногу. Руками выталкиваем себя назад, собака мордой вниз. Шею расслабляем. И шагаем вперед. Вытягиваем правую ногу за спину. Тянется весь правый бок. От подмышки и до поясницы. Опускаем правую ногу. Собака мордой вниз. Сгибаем левую ногу. Шагаем вперед левой ногой. Правую ногу опускаем на колено. Вытягиваем пальцы правой ноги назад, заводим руки вовнутрь за левую ногу. Следите, чтобы колено было на уровне с пяткой. Тазобедренный раскрывается, мы опускаемся вниз. Дыхание как при разминке, не меняется. Глубокий вдох и выдох без задержек. Хорошо, приподнимаем ногу, приподнимаем правое колено. Растяжение усиливается. Приподнимаемся, ставим левую ногу в центр, между рук. Правую ногу мы кладем на колено, вытягиваем пальцы правой ноги назад, приподнимаем колено, выпрямляем правую ногу. Если комфортно, приподнимайтесь, вставайте в прогиб. Если некомфортно, руки остаются на коврике. Помогайте себе руками. Опускаем колено на коврик, руками вытягиваемся вверх. Тазобедренный продолжает раскрываться. Смотрим перед собой. На выдохе опускаем руки вниз. Выпрямляем левую ногу. Носок левой ноги тянем вверх. Смотрим перед собой. С прямой спиной опускайтесь вниз. Мы продолжаем воздействовать на колено правой ноги. В этой асане очень сильно тянется поясница и внутренняя область левой ноги. Сгибаем левую ногу, ставим ее на ступню. Приподнимаем правую ногу. И левой ногой мы шагаем за правую руку. Ноги внутри, руки снаружи. Выпрямляем левую ногу. Стараемся поставить ее на ступню. А правую пятку на коврик. Продолжаем руками выталкивать себя назад. Ноги прямые. Сгибаем левую ногу, колено между рук у нас уходит. И делаем вдох обратно, выпрямляем. На выдохе сгибаем, опускаем. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Последний раз вдох. На выдохе опускаем левую ногу. Вытягиваем пальцы правой ноги назад. Смотрим перед собой. Вы можете прижать к себе левую ногу, либо наоборот, отодвинуть ее от себя, если вам комфортно. Ноги расслабляем, смотрим перед собой, руками выталкиваем себя вверх. Раджа Капотасана.
Опускаемся вниз. Расслабляем сейчас руки. Наблюдаем за тем, как тазобедренный раскрывается. Остаемся только наблюдателями. Ладонями упираемся в коврик, выходим из асаны, выпрямляем руки, сгибаем левую ногу, прижимаем ее к себе, приподнимаем левую ногу, правую ногу и потихонечку тянем ее вниз, смотрим перед собой. Правая нога расслаблена. Мышцы живота расслаблены. Отпускаем правую ногу. Ставим ее на пальцы. Руками выталкиваем себя назад. Собака мордой вниз. И изгибаем левую ногу, заводим ее за спину, вытягиваем ее в сторону. Растягивается весь левый бок сейчас, межреберное пространство и все внутренние органы с левой стороны нашего тела. Собака мордой вниз. Шагаем вперед, ноги ставим вместе, ступни вместе. Смотрим перед собой, вес тела переносим вперед и плавно опускаемся вниз к полу. Руки расслабляем. Расслабьте пальцы рук, локти, плечи. Руки полностью расслаблены. Тело стекает вниз, утасана. Смотрим перед собой. Делаем замок руками за спиной, руки выпрямляем, вытягиваем их вверх. На выдохе опускаемся обратно вниз. Раскрываем плечевой сустав. Ноги остаются прямыми. Шея по-прежнему расслаблена. И плавно опускаем руки, сгибаем ноги в коленях. Таз параллелен полу, вытягиваем руки вперед. Приподнимаем корпус на 60 градусов. Руками тянемся и вперед, и вверх. Макушкой головы тянемся вверх. Приподнимаемся. Руки опускаем вниз. Теперь переходим к нижним асанам. Садимся на коврик, ноги выпрямляем перед собой. Ноги вместе, ступни вместе. Почему танасана? Пальцы ног потяните на себя. Руки расслаблены. Двумя руками тянемся вверх. И плавно опускаемся вниз. Руки по-прежнему расслаблены. Расслабляйте шею, плечи, мышцы живота. Удерживайте ноги расслабленными. Хорошо, приподнимаемся. И компенсируем пашчиматанасану. Ноги на ширине плеч, вытягиваем таз вверх. Пальцы рук смотрят вперед, голову запрокидывайте. Если вам комфортно. Если не комфортно, смотрите вперед. Возвращаемся.
Выпрямляем ноги, соединяем их. Сгибаем правую ногу, прижимаем ее к левой. Двумя руками тянемся вверх, опускаемся вниз. Джанушарсана. Опускайтесь вперед, будто перед вами две прямые ноги, как в предыдущей асане, почему-то на асане. Мы плавно раскрываем тазобедренный в этой асане. Тянется у нас правый бок. Хорошо приподнимаемся. Левая рука у нас лежит на левой ноге. Правую руку убираем за спину. Стараемся дотянуться до правой ноги. И разворачиваемся в сторону правого плеча. Смотрим вправо за себя. Подбородок идет поверх плеча. Вытягиваем правую руку вверх, делаем вдох. На выдохе опускаемся вниз. Смотрим наверх. Тянитесь рукой вперед. Наша задача тянуть правый бок, а не дотянуться рукой до пальцев ноги. Приподнимаемся. Опускаем руку, разворачиваемся вперед. Выпрямляем ногу. И в другую сторону сгибаем левую ногу, прижимаем ее к правой. Двумя руками тянемся вверх, опускаемся вниз. Пальцы правой ноги на себя подтягиваем. Не заваливаем ногу в стороны. Руки расслабляем. Приподнимаемся. Правая рука остается на ноге. Левую руку мы убираем за спину. Стараемся дотянуться до правой ноги. Если не дотягиваемся, кладем просто на пол за спиной. Продолжаем смотреть влево. Скрутка. Разворачиваемся влево. Освобождаем левую руку, вытягиваем ее вверх. Сильнее потянитесь рукой вверх. Делаем вдох. И на выдохе скользим правой рукой по ноге, опускаемся вниз. Продолжаем смотреть наверх. Левой рукой мы тянемся вперед. Ноги прижаты к коврику и ноги расслаблены. Левой рукой вперед тянемся. Приподнимаемся. Разворачиваемся вперед. Выпрямляем левую ногу. Сгибаем правую ногу, пальцы ноги у нас смотрят назад. Колени по возможности вместе. Двумя руками тянемся вверх, делаем вдох и опускаемся вниз. Экапада Вирасана. Воздействуем на пищеварительную систему. Воздействуем на колено правой ноги. Вытягивается внутренняя область левой ноги. Руки расслаблены. Мышцы живота расслаблены. Приподнимаемся и опускаемся на спину. Следите, чтобы колено правой ноги у вас не поднималось, не отрывалось от коврика. Руки вы можете как угодно положить. Сгибаем левую ногу, прижимаем ее к правой и опускаем левую ногу в сторону. Раскрывается тазобедренный. Поясница отдыхает. Приподнимаем левую ногу, вытягиваем ее вперед. Приподнимаемся. И ставим правую ногу за левой. Подтягиваем спину, поясницу. Делаем скрутку левой рукой. Мы обхватываем правую ногу, разворачиваемся в сторону правого плеча. Дыхание глубокое. Мышцы живота расслаблены. Поворачиваемся вперед, выпрямляем правую ногу
И то же самое мы повторяем с левой ногой. Мы ее сгибаем, пальцы левой ноги смотрят назад, вытягиваем руки вверх, опускаемся вниз. Следите, чтобы правая нога не заваливалась в сторону, по возможности колени вместе. Приподнимаемся и ложимся на спину. Сгибаем правую ногу, прижимаем ее к левой. Опускаем правое колено в сторону. Левая нога остается согнутой. Возвращаем правую ногу, выпрямляем ее. Приподнимаемся. Берем себя за левую ногу, ставим ее сразу же за правой. Подтягиваем поближе к колену себя. И правой рукой мы обхватываем левую ногу. Разворачиваемся в сторону левого плеча. Смотрим влево за себя. Взглядом продолжаем скрутку. Поворачиваемся вперед, выпрямляем ногу. И опускаемся вниз, руки разводим в стороны. Потянем с вами плечи. Разворачиваемся на правую руку. Левое плечо опускаем на правую руку. Хорошо. Разворачиваем левую руку точно так же. И поворачиваемся, накатываемся уже на левую руку. Правое плечо у нас опускается на левую руку. Хорошо, переворачиваемся на живот, руки вытягиваем в стороны. Руки на одной линии с плечами. Приподнимаем правую руку. И разворачиваемся. Опускаем правую руку сверху на левую. Ноги вы можете положить как угодно, да? Если у вас рука не дотягивается, мы сгибаем ее и прижимаем ее к пояснице. Хорошо, и в другую сторону. На правую руку. Ноги вы можете положить так, как вам комфортно. И голову тоже. Можно оставлять ее на весу, можно свесить вниз. Хорошо, возвращаемся. Переворачиваемся, приподнимаемся. Ложимся на спину, ноги вытягиваем вверх. Переходим к перевернутым асанам. Сейчас ваша задача оставлять ноги вертикально к полу, расслаблять всю верхнюю часть туловища. Хорошо. Поднимаем ноги вверх. Випарита карань. Вес ног у нас концентрируется сейчас на локтях. Ноги расслаблены. Приподнимаем ноги выше. Подкладываем ладони уже под спину. Сарвангасана. Или березка. Ноги по-прежнему расслаблены. Венозная кровь стекает вниз. Мы воздействуем на щитовидную железу. Опускаем прямые ноги вниз. Халасана, поза плуга. Соединяем руки за спиной и опускаем прямые руки на коврик. Застоявшаяся кровь выжимается из внутренних органов. Мы продолжаем воздействовать на щитовидную железу. Теперь руками упираемся в коврик и прокатываем спину, возвращаемся. Возвращаем ноги, ложимся на пол.
Обязательно компенсируем перевернутые асаны. Прямые руки мы подкладываем под спину. Приподнимаем грудную клетку, встаем на макушку головы. Подбородком тянемся вперед. Тянется горло. Грудную клетку раскрываем, вытягиваем ее вверх. Хорошо, возвращаемся, убираем руки из-под спины, разводим ноги на ширину плеч, переворачиваем ладони вверх. Шавасана. Пальцы ног у вас смотрят в сторону. Ладони разворачивайте так, чтобы они смотрели наверх. Подворачиваем подбородок к груди, прижимаем. Голова лежит все время ровно. Шавасана. Максимально расслабляем наше тело. Это единственная асана, в которой тело может расслабиться максимально глубоко. То же самое происходит с ним, когда вы спите. Но сейчас мы имеем возможность наблюдать за этим процессом. Наша задача оставаться в